Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии на восьмерых за Китай в Sid Meier's Civilization 6. Континенты и острова, три включенных режима, в общем, все подробности в первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию в прикрепленном комментарии, там же ссылка на плейлист всего прохождения. Переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, у нас тут практически Netflix. Спасибо вам большое за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. То есть вот тут стену построить рядом с горой. Ну то есть чисто ради плюс 4 очков. Не знаю, может в последний ход это шикарный делать. Шикарный ураган прошел. Медвежье дерево. Ураган, я не знаю, как-то вот прям виляя аккуратненько по всем варварам прошелся за половину хп и прошел вниз, не тронув ни одного моего юнита. Как это произошло, я очень интересно. Ну, должно ж в чем-то повести, правильно? Ну вот да, походу вот прям, просто начало было тяжелое. Давайте постою пока один ход. О, очень много производства потрачено. Ребята подходят помогать, давайте мы им освободим место, чтобы они к этому лагерю. Так, вот по... Ранняя империя. Пока оставлю на чудеса. Я хочу здесь построить в следующую эпоху. Да, видимо, стену придется поставить. Жалко, 4 очка эпохи. Там мне одно всего надо, но... Это единственный вариант выйти в золотой век. Давайте глянем, что у соперников. Дед в нормальном. А француз в темное, кстати, упадет. Француз упадет в темную эпоху. Серьезно, ГГшку уже какую-то забрали? Это кто там так безобразничает? Так, ну, нету у нас... Озеро поставить? Нету у нас других вариантов. Да. Кроме как... Может, не надо? Так. Почему? 4 клетки от моей столицы. Я в астрологию надо идти. Мы не можем колесо ускорить никак. То есть мой военник не дотянется до твоей столицы, чтобы ее атаковать в случае чего. Но военник будет. А, подождите. Не, мы можем. Нет, мы так... железо откроем. Если будет железо, а у нас должно быть железо рядом. Е, так причем железо вот тут скорее всего будет. Давайте я вот... Посмотри, там горная гряда и море. Понял. Ну ладно, ставь. Давайте, наверное, уже соберу пшеницу вот эту. Так, все, нету времени откладывать. Золотой век. Привет. Выходим. Француз, ты в темный аж? Да. Так все плохо, что аж в темные века. Я должен был в темный, я хотел в темный, но я убил лагерь варваров. Я что-то затупил просто. Ясно. Так они тебя достали, что думаешь, а? Ладно. Я когда его разлил, видите, всю тщетность бытия. Кстати. Разлилось, и я потерял сейчас счастье. Ну ладно, я могу сразу это починить, слава богу. Потом этим рабочим пойду как раз трюфеля, а тут в Чанше начну этот делать. Так, дополнительно озарение. Не, ну нам, наверное, монумент... Хотя у меня тут веры-то немного...
Давайте, знаете, что исход евангелистов, чтобы 4 очка великого пророка в ход шло. Во. Даже не смотри. О, как я? Отлично. Это очень хорошо. И, соответственно, колесо мы ускоряем. Вот, Алексей, у тебя там над столицей появились нежданные гости. Да, я вижу. Под названием «Утренняя звезда». Можно в рифму придумать. Да, да, да. Потихоньку пойду к этому. Прачникам, конечно, тяжеловато будет этот лагерь забрать. Ага, и тут конец. Вот наш континент. Ясно. Так, давайте пока игры и развлечения. И тут пока тут ничего не меняем. Да, у меня тут Кри справа. Кри, это хорошо. Так, а вы кто там на континенте, расскажите? Я тут на острове, у меня справа Кри. А ты кто? Я турок, и Грецию встретил, слева от меня пришла. И немец тут еще. Ну так это не остров, это континент, ребят. А, это континент. Ну, это что-то типа острова, но да, это континент. Да, кстати, вон у тебя тоже появилось одно око, видишь? Одно очко. У кого? У тебя слева от Тулузы, или ты не видишь там территорию? Нет, я еще туда не прошел. Ну, короче, вот у тебя слева от Тулузы за горами вот варварский клан еще один. О, спасибо, спасибо. Сейчас я пойду. О, Гагуана, я какое-то даже задание выполнил. Блин, ну что вы лагерь не атакуете, сволочи? Ладно, сам разберусь с ним. Я все-таки решил его убрать, хрен с ним. С ним бы Кагуана разобралась. Не я, так Кагуана. О, блин. Тесновато, конечно. Да, это белорусские. Это белорусские подпоряки, которые там... О, добавилось Майкл тут производство. Так. Боже, как это убого. Один ход. Так, один ход я, значит, отложу. Отлично. Я думал строителей сделать, но я думаю, что нам достаточно будет. Тут я вот лучше поставлю сразу большой бассейн. Я хочу, наверное, сюда. Или сюда, подождите, он тут выкупает клетки, блин. Давайте лучше сюда. Я выкуплю эту клетку, потому что кофе потом выкупить. Так, тут стоим, ждем Стоунхенджа. Блин, тут сейчас оттуда попрут сейчас, где надо будет возвращать наших прачников. Тут откладываем. Так, Алексей, там у тебя слева, там где были варвары за рекой, прям слева от Сианя, там еще что-то много варваров. Прут. Я в курсе. Он вот тут имеет в виду. Я так понимаю, руинок тут у меня не будет вообще. Каких руинок? Там еще были руинки? Ну вообще нет руинок. Единственную ты забрал. Какую единственную? Это, блин, рядом. Слушай, она рядом со мной, а не с тобой. Ну, она со столицы все-таки была. В смысле, подожди, она от моей столицы раз, два, три, четыре, пять, шесть, на седьмой клетке от столицы. От не, твоей не раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятая. Так, а чья ладно. Это? Да ладно, все. Я говорю, что просто... Так, если вы...
Ну, честно говоря, я тоже немного нашел руинок. То есть, наверное, штуки три. Три. Ты богаче просто на руинке. У меня ни одной. Если вы по этому поводу начнете войну, я не отвлеки от занима. Ага, ща. С Египтом, вот с кем с Египтом точно выгоднее торговать? Я уже молчу о том, что с его колясками сейчас воевать. Да-да-да, именно в этом веке начинать войну против Египта — это гениально. Да. Блин, наверное, надо вернуться. Блин, если бы я знал, что у нас такой континент, я бы ни двух скаутов не строил. Конечно, вот, все можно было одним исследовать. Или стрельбу из лука открыть уже. Египет, я сейчас поставлю две точки на два города, которые планирую. Скажешь, подходит, нет? Мне кажется, он скажет, не подходит, он еще от столицы даже в нашу сторону ничего не строил. Посмотрим. Ну вообще у нас реально вот наши три столицы как-то в 10 клетках друг от друга получаются. Причем вот тютенько в тютеньку. Да. Подходит, да? Да, конечно. Там же твоя столица. Все. Да ё-моё, теперь Грега. Оракул. Фига себе, оракул уже построили. Подождите, а где у нас оракул? Я его... А, в мистицизме, черт. Далеко. Не, недалеко, это в социальных политиках. Сорян, сейчас залечу. Аргентехн далеко. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, а я хотел спросить, это Франция спрашивает. У нас на континенте кто-то планирует играть в крестовый поход? Сейчас мы тебе или все рассказали. Да, а, там был 0 МС был, да, Грега? Да. Так, вообще, даже стоит открыть ради Артемиды. Вот тут... Можно будет где-то. Ну, тут нужно город поставить. Мне все-таки кажется, надо сюда город ставить, а не сюда. Как-то мне вот здесь больше нравится. Хитрые планы есть. Закулисные игры. Ну, у нас на континенте две религии будет. И как минимум, я так понимаю, что вообще... Не скоро хоть у кого-то будет. Я не думаю, что с двумя религиями кто-то из нас возьмет... Крестовый поход. Ну, да. Я почему спрашиваю, чтобы не делать три религии на нашем этом самом, не устраивать здесь религиозные войны. Так, а зачем ты спрашиваешь? Сделай. Чем тебе помешает религия? Мне кажется... Забьет намного производства, которые я уже просто... Ну, я не люблю так поздно выходить в религию. Обычно. Так, а давайте, кстати, глянем, как у нас тут священные места. Плюс 3 есть. Плюс 4 есть. И тут плюс 4. Ну, тут вырубит француз, тут лучше не ставить. Ну, а тут будет фиговато. Тут другие где-то надо ставить. Ну, две священочки можно будет организовать, если что. Ну, и тут я в Сиане, наверное, все-таки... Поселенцев надо делать. Точнее, сначала... Да, я уже давно, секунд 5, 6, 7, 8. Сначала надо будет рабочих, и тут вот вырубать, наверное, леса. Ударит ли меня дуболом? А кого это мы встретили?
О, Шенгети, кстати, круто для... Блин, дед, а как ты Шенгети встретил раньше меня? Охренеть. Там корабль плавал. Он увидел меня, я увидел его. И вы поцеловались. Ну, да. Лобызали искра... друг друга в десны. Там искра, буря, безумие, вот это все. Угу. Кстати, а вы чудеса у нас находили на континенте? Ну, есть же одна. Не нашли, что ли? А я в сторону деда вообще еще пока не ходил нормально. Ты на севере имеешь в виду, которые? Нет, на юге. На юге? Да. Блин, я не находил на юге. Да ладно. Под Тулузой где-то или что? Нет, от Парижа. От рядышком почти что. Рядышком от Парижа? Шесть так от него, да. Блин, право, да? Все, я понял. Я тоже туда не ходил еще. Да, вот тут что-то на культуру какое-то чудо. Видите, две культуры. Нет, не Пантанал. Пантанал у себя на территории. Так, вот тут надо отступать точно. Подожди. Дед, это твои юниты там горят? Где? Ну, у меня написано у Ракидета пожар, и там типа два юнита было написано. Нет. Значит, варварские какие-то. У меня что-то пожара вообще нет. В смысле? В двух клетках от Ракидета три этих горит. Ты что, мне открыл? А, вверху, да. Нет, это не мое. Ну, а это макет парка Йосемити. Точнее, одно из счастья — это долина Йосемити, Йосемити Вэлли. Кто играл в шестую Циллу, прекрасно знает, что Йосемити — это одно из чудес, чудес природы в этой игре. Вот, собственно, я сейчас нахожусь в замечательном месте. Вот так вот все далеко видно. Это, конечно, не весь Йосемити парк. Я вам не могу его весь охватить и весь показать, но на вот этот вид на всех открытках, и туристы магнитики покупают с этим видом. Я вот тоже сюда добрался. Так. Ну, наверное, трудовую дисциплину берем. А тут тогда там дед взял на науку, тогда я на культуру возьму. Так, а у меня вообще еще чудеса тут остались, какие можно. Храм Артемиды и... Храм Артемиды здесь можно построить? А, точно. Так, слушайте, давайте тут храм Артемиды строить. Эти минанки слабовато. Болотные. Нет, эти минанки, наверное, нет. А вот храм Артемиды... Кстати, я думал, тут храм Артемиды, но тут уже... Хотя и тут храм... Ну, тут храм Артемиды рядом. Так. Окей. Тут сначала рабочего делаем. Мастерство откроем. Тут пока не меняем. Блин, реально храм Артемиды давайте. Жалко, правда, на холме. Может, ну, блин, тут тоже холм.
Блин. Ну надо строить, надо. Давайте. Слушайте, а может тут эти минанки тогда? Тут, в принципе-то, нормальные клетки вот эти болотные. Короче, все пытаемся забрать. Все чудеса наши. Фига тут, конечно, клетки с этим чудом на культуру получаются. Да? Нет. Особенно смежные там. Хорошие. Ну вот это я все вырубать буду. Вот эти все леса. Как раз на поселенцев. Блин, подождите, а может зря я это открываю? Так, мы тут сейф грузили немножко подальше. Так что я не знаю, надеюсь, я вырежу. То есть этот ход я уже делал на самом деле. Так. Ой, вспомнить бы, что я тут начал строить. Блин, амбар, по-моему. Так, этот рабочий у нас мы там будем ждать. Хоть бы сказал, чё. На чудеса. В смысле, что сказать? Или это у вас там какие-то разборки? Так, ну Артемиду. Что сказано? Инцидент исчерпан. Грек, будешь дружбу принимать повторно? Так, это торговца я там буду строить, строителя. Таймера нет, во-первых. Амбар, может, все-таки. Одинаймерин, кстати, тут тоже нормально. Вот здесь и здесь. А, простите, это рис, да. Здесь и... Ну, здесь другой город будет. Блин, может водяную мельницу здесь лучше? Не, мистер Мэттер, может сверху сходить своим разведчиком там. Давайте водяную мельницу, наверное. Что там сверху? Руинка. Так, а тут... А каким? В теологию, наверное, пойду. Тирана, с другой стороны. Мистицизм... Ну, у меня тут престижа из-за тропических лесов Грек, а немного вот, будет. Получается, от Афин. Ладно, снизу, давайте теологию. Там куча уже мест. Тя, что тут еще у нас было? Ну, там военная дорого. Подготовка. Когда? Просто теология как бы рановато. Мне посол... Не... Хотя Кагуану могу засоюзить. А с другой стороны, нафига мне Кагуана? Ну, 2 очка эпохи получу. Ладно, давайте, наверное, Кагуану засоюжу. Пока у нас нет таймера, Лёш, скажешь, как ты отключал таймер, если кто-то вылетал? Так. Угу, тут ничего интересного. Тут лечимся, тут эти минанки ускоряем. Здесь шахту делаем. Ученичество. Его смерть будет на моих руках? Да. Ты, наверное, хотел сказать, что на моей совести, потому что на моих руках. Ну, ты способствовал практически. Ну, можно сказать. Он умер на руках варвара, поверь мне. Так. Строителя один ход. О, не строителя этого. Как его? Торговца. Так, ну, я, наверное, поставлю карточку уже на рабочих после. Да, я понимаю, что там 15%
к чудесам, но тут уже пора рабочих распространять. Кстати, вторым губером я не возьму пингалу, я лян возьму. Хочется здесь где-то город поставить. То есть сначала этот город, потом здесь и здесь где-то будет. Просто я надеюсь, все-таки пирамиды как-то... Раз, два, три. Наверное, где-то вот сюда надо. Ну а что сражение реал-тайм? О. Давай-ка я вот сюда... О. Я так его должен убить, наверное. Или постоять. Давайте постою. Ну, надо полечиться немножко. Больше не убью просто. Ну, кстати, может в Париж просто на деньги отправить. Или все-таки пока еда и производство. Маловато просто еды и продавать. Давайте на деньги в Париж. Еще дорогу так проведу. Так, давайте мы тут всем дружбу. Блин, мы так одновременно, дед. Прикол в том, что я тебе этот же момент пытался дружбу кинуть. Думаю, чего нету дружбы? А тут ты мне уже кинул. Синхронно. Блин, я, наверное, сахар обра... Хотя у меня сахар есть, ладно. Торговать мне пока нету желания. Блин. Еле успел. Так, вот этого поселенца сюда поведу, потому что тут где-то может француз поставить город. Я понимаю, что еще есть ГГшка, но надо сюда сначала. Тут очень хорошее место. Заканчиваем, наверное. Так, вырубаем. Парень сюда идет. Ну, это нормально, это чтобы увидеть города, чтобы торговля была нормальная. Видите, он тут уничтожил клан, вполне может там город уже поставить где-то. Так, ну давайте драму или военную подготовку. Мы все равно военный лагерь я явно не буду ставить в ближайшее время. Так, здесь, пожалуй, деньги. Блин, вообще мне, наверное, надо бы рабочего и все-таки священное место сначала поставить. Блин, давайте, наверное, на рабочих я пока поставлю. Так. Наверное, буду отваливаться. Ты сейчас будешь отваливаться? Я проебался, если так вежливо говорить. Насколько сильно? Ну, я не знал, что тут по... Я думал, что если война, то это пошагово или... Ну, мы не договаривались же на пошаговую... Нет, тут ходит от... Вне своей тусы, потому как бы мы все обновили. Если бы я знал, то я немножко по-другому бы играл. Ну, в следующий раз буду по-другому играть. А так тоже нет смысла, я проиграл. Ну, сопротивляйся, что ты просто человеку отдашь победу.
Ну да, ну город один я, может, заберу, но не, на, не надо же полностью отдаваться. Зачем? Ну, пас, блин, вот это, конечно, я жопа. Все загрузятся, смотрю, мне уже вынесли половину войска. Ну окей. Ну, моя ошибка. А, я не знал, что не загрузился. Блин, сори. Можете на счет цеплять. Да, извини, если так, то извини, да. Можем перезагрузить ход, если хочешь. Ну да, если прям не, хочешь, не, не, если это, все это согласны. Это моя ошибка просто, я в следующий раз нападу первым. Я думаю, нельзя ходить, пока все не загрузятся. Ну, вообще так и есть, когда первый ход... Ну, первый ход. Может, он имеет в виду этот ход? Дальше уже да. Тут, ну... У кого лучше компьютер, тут раньше и загружается. Ну, вот мы загрузились, я сразу кинул войну и начал атаковать войска. Думал, когда я могу двигать юниты, я могу... То есть все загрузились уже. Блин, ну вот неудачно. Вот эта хрень, конечно, очень серьезная, потому что он, у него еще и бонус против стреляющих юнитов. Насчет играть. Ну да. Да там чуваку войско снесло. Эй, Павел, ты просто... Ты просто ливнул и все? Ну, там вопрос пяти ходов. Достаточно никто не делает. Если все хотят рестартнуть, то это... Не-не-не. Не, не будем. Ну если человек... Вы рестартовать, если я проиграл. Ну, нет, ты не проиграл, ты потерял только город один. По факту сейчас. Ну да, на таких этих самых можно отбивать. А кто там, кто с кем, какие цивилизации? Я в бою с Кри, турок против Кри. А кто проиграл? Кри. Ну, типа вот мы загрузились, у нас был ход, он стоял войсками у меня на границах полностью, около столицы. Я войну кинул, начал атаковать, сразу войско вынес, он, оказывается, не загрузился в это время. Не мог ничего делать. Я за рестарт, Кри, если ты готов играть, то рестарт идем. И ну да, мы... только не надо ливать. Не, все нормально, да, не парьтесь. Я только за честную игру. Так, значит, где у нас священное место? Там, просто, там, ну, кривок все отбивают. И все по-честному, fair and square. Это моя ошибка, реально. И я давайте еще, наверное, рабочего пока. Там народ уже компуса ну, поставил. Продолжаем? Да, продолжаем. Так, понимаешь, что минус кри у нас. Да, это странно, но... В любом случае, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру, еще раз извини, что так вышло. Так, я выкуплю, потому что вот здесь, видите, как сразу с этими нанки круто становится. Ок, сенс. У меня 18 науки без... И тут еще, видите, на сахаре. Вообще без каких-либо кампусов. А там народ явно кампуса поставил. Ну, как минимум француз. Я не верю, что это пингало дает. Хотя Париж у него 9. Вообще мог и может и пингало давать. Кстати. Вполне может и пингало. Блин, валим. Так, ну и куда этим скаутам? Реально скауты лишние. Не знаю, давайте туда сбегаю, что ли. Так, 15 ходов. Строительство пока. Центр коммерции уже можно думать о том, чтобы построить.
Ну, сначала священное место. Делаем. Так, а где у нас? Где-нибудь еще болото есть? Где-то на других континентах турок вынес кри. Ага, вот болото в третьем радиусе для сияния. Вот ведь он кофе забрал. Чанша немножко... О, вот здесь, видите, нам науку нормально дает. Не, нормально эти минанки. То как в этом городе, конечно, пойм мало, причем вот эти поймы уйдут этому городу. Хотя, слушайте, если я сюда поставлю... то хотя бы вот эта пойма можно Пекину отдать. Мне что-то сюда хочется, сюда лучше. Тут сразу трюфеля, камень недалеко совершенно. Раз, два, три, потом сюда влазит город. Нам надо священное место, потому что мы в следующую эпоху... Чтобы в следующую эпоху... покупать поселенцев... Так, еще два хода как минимум. Ну, наверное, блин. Наверное, еще рабочего пока. Вот стоит карточка на рабочих, понимаете? А, вот минус. Народ, а вы вообще сколько ГГшек нашли? Шенгети и все? Да, только одна. Да-да, кто на этом, да, только Шенгети. Охренеть. А политическую философию знаете где? Знаем. Нет. Знаем, да. Ну, я вижу, по крайней мере. Ну да, я тоже. Далеко, да? В конце, считай. Я понял. О, немца нашел. Кто это сказал? Где-то. Турок. Кто это сказал, мне понравилось. Откуда звук? Повтори. А это турок, да, сожрал, получается, кри? Да. Ну, пока не сожрал, но... Да. Вопрос времени. Понятно, лидер получается. Да, стопаем. Так у него все, было, все, может, ракеты уже готовят. Там грек восстановилась. Снизу, да, подпирать? Не надо мне подпирать. Блин, Алексей, мы можем заключить договор о проходе? Я хочу своих этих убрать оттуда. Да. Мне нравится. Удобство. Дед, у тебя тоже написано: лес восстановлен, новые деревья зеленеют на пепелище, ноль лесов. Да, да. Лично целых лес. Ноль лесов восстановилось. Ну, хотя оно видно, что восстановлено. Так, наверное, сюда. Куда вот отсюда он может... Блин, вот тут ГГшка будет очень не в тему нам. Надо идти разбираться. Блин, а вот деньги, наверное, зря сейчас... Ну, мне и это на, блин, 60. 45 монет надо будет у француза в долг взять, наверное. Если он даст, конечно. Нет, тут нам надо центр коммерции сюда ставить. Передаем... Плюс мы потом здесь, центр коммерции, в соседнюю клеточку.
На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут поискать уже в плейлисте, ссылка на него в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.